на ковер С. Справа хорошо узнаваемый Артур Таймазов. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион Афин. Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года. Основная, наверное, надежда узбекской сборной. И я себе представляю, каким может получиться финал, если таковое произойдет. Бахтияр Ахмедов, Артур Таймазов. Вот пока я это говорил, Таймазов перевел своего соперника в партер, получил еще одно выигрышное очко, еще один выигрышный балл, поднимает рефери соперников в стойку. Алиев у себя на родине, в Баку, где сейчас он живет. Вообще он родился в Махачкале, Алиев Исаев. Родился в Махачкале, но сейчас представляет Азербайджан и живет в Баку. Так вот, в Баку на чемпионате мира 2007 года он был третьим. Ну а то, что касается... был девятым, а то, что касается Таймазова, он-то как раз и был третьим на этом первенстве планеты 2007 года. Вот если говорить о том, где основное время тренировок, тренировочное время проводит Артур Таймазов, насколько я знаю, в центре спортивной борьбы, который организовал во Владикавказе Арсен Фадзаев. По крайней мере, там я его наблюдал, борющимся в общей группе, тренирующимся в общей группе, весьма и весьма активно. Ну, где тренироваться, это одно, а какую страну представлять, это другое. Если мы вспомним, что его брат, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, представлявший Украину, то вопросов, наверное, оставшихся без ответов будет еще больше. Да, не справляется явно Али Исаев со своим соперником. Ну, конечно, Таймазов опытнее, он и старше своего соперника на 4 года. И вот сейчас какой великолепный прием провел Артур Таймазов. Заработал сразу 3 балла. Небольшая пауза здесь, по-моему, требуется просмотр, потому что сначала показал арбитр 3 балла, потом показал еще один балл. Вот сейчас посоветуются арбитры. Ну вот, давайте посмотрим. Хороший проход в ноги, потом посадка. А, вот за это, наверное, за выход на спину после вот этого трехочкового броска. Оценивать или не оценивать это действие. Ну вот видите, какое было принято решение. Соломонова, я бы сказал. 4 балла получил Артур Таймазов за эту атаку. И за контрдействие Али Исаев заработал 2 балла. Ну не знаю, насколько этих 2 баллов ему хватит, чтобы одержать победу. По крайней мере, хоть что-то. Но заметно активизировался сейчас Исаев. Все видел, все держал под контролем Артур Таймазов. Нет, вырвался из этих исполинских объятий Исаев. И вот, пожалуйста, еще один балл. А если сейчас ему удастся еще одно действие провести, я имею в виду, ну что из этой ситуации? Переворот накатом? Ну попробуй вот такое гигантское тело перевернуть. 4, 3, 10 секунд. Да,
будет уходить, наверное, сейчас Таймазов от борьбы. Ну, конечно, так оно и есть. Выигрывает он в непростой очень схватке против Али Исаева. Ну и сейчас арбитр подтверждает вот этой поднятой вверх своей правой и левой рукой Таймазова, кто же победил. Олимпийский чемпион двигается дальше по турнирной сетке.